Сам из артефакта или с ну, вот такие скромные какие-то артефакты. Не, ну это, да, и изумрудное кольцо услышал. 60. От яда, ну просто от яда нам... Я с собой там... Боевое искусство, военврач. Защита от шока, это то, что... Последних, конечно, хорошо. А, этот... Разорвать контроль. И трохи можно дистанционку... Арбалет, оно даст на арбалет, там 17 будет вообще. Этот опутывающий духовный луч. Арбалет у нас. Только хп надо брать. Не все сразу. Шиена повелительница, слышишь? Ну и немного накачаться, 55 хп, шоковые стрелы, удар схода, медиум, ну и средний. Наверное, не прокачан этот, а он ложит только 30. Огонь 20, защита от шока 2. А чё это? А мне ещё можно засчитываться? От яда левитация. Просто... А похитить чары. Она чародейка. Хотя она оверлорд. Розовая оверлорд. Вот. На перекинуть Шиену в город. А у нас такая шарма. Да нет, отходить пока нет. Кавалерия вторая. Да как веселее они тут все это видят. Амбур. И тут он еще один из них, еще один. Предстоит еще труба. Ну и они все бегут. Ну быстро перебрасываем сюда. Ну иди. Они не походили, конечно. Все. Пара героев, так не носят. Ну то есть задание. Задание. Дур может дать задание. Где-то напал. Вот вопрос, лупить ему надо было походить. Он был сюда куда-то на горы найти. В эту сторону. Да нет, тратить мало на этого. И грифа. И не потратить. Так мы обнулим сейчас. Ну то может, например, город. Диверсант, это на следующий ход. Так он подлечится там. Да? Немного. Ну будут трохи подраненные. Обманул опять этот. Он показывает там, где левая. Да. Это бой.
Так бы он с этим уже бежит. Да сюда оно вряд ли долетит. Попса. Кавалерия. Ничего он не пробит, он сюда ходил. Ну его, по крайней мере, пришли к папе. Если мы свою армию пустим, мы потеряем полармии и полармии. Ну, может мы их разобьем. Сильно. А борта у нас вроде нет. Ты бы любачий флот. Перехватить. Нет, борта нет. А сюда. Вот это он тут. Организовал засаду. Ты шо, озверел? И опять мы же его хлопали такой. А так долго. Вот так вот мы только как-то. Он меня за секунду разбомбил. Тут разграбил там. Ну лазил по кругу тут. А вот. Уже он изменил город. Уже город другим стал драконист каким-то. А уже вроде не драконист. Эх. Сейчас еще заберем. Ты кто? Эх, уж чародей, ну это понимаешь. Темный эльф. Акт агрессии. А тут бред написано, прикольные бизнесы. Так мы деньги возьмем, ну, по крайней мере. Дозорную бомбу. Тут все раз херакали. Он напал, никого не потерял. Скорее всего, в городе не было никакой. Да, как эти за двоих играют. Это не рубились, это вера, как собственно руку. Они между собой вообще не сумели. Хоть им не конкуренты. Джулия расстраивает с вами мир. Что значит расстраивает? Привет, что за помощь тебе нужна? Ой-ой-ой. Так он... Ну, мир уважительный. И что? Переговоры. А что, никакие предложения? Сына расставляет. А города постройки вообще. Еще нет. Это странно. Что это? Разбегали? Кавалерия сюда убежала? Не, змей полез сюда. Это хлопнуть. Не, мы змея заметили.